Да, блядь! Да, сука! Всем здоровчики, народ, с вами Хася, живой Хася с волосами, понимаете ли, все нормально, кто не знает, я вчера проводил челлендж, я качал ветку, всю ветку ТВП за один стрим, у меня ушло на это 16,5 часов, мы это сделали, на канале есть стрим сохраненный, но у меня первый стрим упал через 4 часа, я запустил новый, в следующий шел там около 13 часов. И у меня сохранился только 12-часовой стрим. Ну, мы надеемся, что это обработка, то есть сейчас догрузится все остальное. Но если из-за правил каких-то ютуба останется только 12 часов стрима, это печально. Но результаты есть у меня в телеграм-канале, в дискорд-сервере, все ссылочки в описании. Короче, забрал танк, ушло 16,5 часов. Ну, ладно. Кстати, если что, если вы хотите повторить такую тему, пишите ветку интересующую вас в комментарии, посмотрим, может быть, катнем еще разочек так. Ух. Ладно, что-то я не про то пошел. В игру завезли контейнеры сюрприз, это контейнеры с контейнерами. Ты открываешь контейнеры, чтобы получить другие контейнеры. Сегодня мы их откроем, посмотрим, что выпадет. Полетели. Контейнеры сюрприз. У меня немножко камера лагает почему-то. Я куплю, наверное, один из контейнеров, потому что у меня 12 тысяч голды есть, только я купил 4 тысячи. То есть я вчера слил до 8, открывал контейнеры на стриме. Купил 4, у меня 12 тысяч, то есть, ну, покупать 16, ну, что-то жалко на самом деле, я вчера этих пооткрывал, собери их все, достал этого гребаного Рудика, который у меня и так есть, ладно, ну что, собери их все, что-то их давно не видел на самом деле, ну, вроде бы не особо интересный контейнер, но потому что, ну, посмотрите, что можно достать, ну, тут, блядь, тут из интересного только химера для меня лично, 30 Б. Все. Ну, блин, ну. Ладно. Поставьте лайк этому видео, а мы полетели. 9001 есть. Центурион МК-51. Не помню, есть или нет. Вроде бы есть. Не, вроде бы нет. О, химера, блять, сука. Сука, блять. Ты должен выпасть. Я реально на химеру там фапаю. ВК-9001. Ну, в принципе, если выпадет ВК-9001, будет шоколад, потому что у меня есть ВК-9001. Вау, суперконь. Суперконь у меня тоже есть. Ай, блядь. Ну, хотя бы пускай выпадает. О, блядь, что это за фигня? Почему выпадает 9001 только? Давай еще 9001, Дракула. Дракула у меня тоже есть. Фигня в том, что нужны контейнеры с коллекционными танками, потому что всякие крушители это полное рожно, потому что что? Он выпадет, тебе дадут компенсацию в серебре, все, соси бебру. Кстати, для получения награды... О, я сейчас голду отобью, представляете? То есть я 1000 голды, получается, получу. Химеры, 1000 золота. Оу, е-е. Да, 1000 золота отбил. Балдеж. Ну, что получается? У меня... А, нет, стопы, я еще, у меня один контейнер остался. Что получается? СТГ. СТГ у меня тоже есть. То есть СТГ, Центурион МК-51, 2 Дракулы, Суперконь, 3 ВК-9001, Крушитель и... Давайте будем открывать самых неинтересных. Самые неинтересные, я считаю, СТГ. Нет, хотя Крушитель, ну ладно, СТГ давай. Шиш. А дальше давай, ну, наверное... Ну, Крушитель это вообще... Ну, я его даже продал, по-моему. Давай выпади мне еще раз. Я тебе продал, а ты выпадешь еще раз. А дальше я считаю, наверное, ну, Дракула. Фигня в том, что у меня и Дракула есть, и камуфляж на Дракулу есть. Мне уже вообще ничего больше не интересно. Вау, красивый контейнер. Блять, ну, спасибо, блять! Я год, может, или два года парился, открывал эти контейнеры, чтобы достать камуфляж. Он мне недавно выпал. На тебе второй, а. Давай еще один. 28, о, голды, бля, вот это хороший контейнер, мне нравится, тут есть голда. Давайте-ка дальше, ну я химеру в самом конце открою, давайте контейнер Центурион МК-1. Еще 28 тысяч свободного опыта. Суперконь это, блядь, премиум танк, что с ним взять, или это коллекционный танк, я не помню. Ну, все уже, видите, после вчерашнего мозги поплыли. 500 голды, ну я немножко отбил уже. Давай, ВК-9001. Выпади мне, пожалуйста! Вот, слушай, это хороший контейнер. Здесь выпадает
золото. Мне нравится. Это мне нравится. 28 тысяч свободного опыта, 750 золота. Слушай, так я так добью сейчас. Если мне выпадет ВК-91, так я еще и нафармлю. Да хрен он нам выпадет. 750 голды. Все. Самое главное. Самое, мать его, главное. Ну, кстати, в этих контейнерах должны выпадать еще из монеты золотые. Блин, я вот реально, я открыл очень много контейнеров, ну, во всяких разных ситуациях с химерой. Он мне не хочет выпадать, он просто не хочет выпадать. Паскуда. 8 тысяч голды, было мне 12, то есть... Ну, я почти вернулся, Я потратил 10 тысяч голды, отбил я, получается, 6. Нормально. По-моему, получается, я 6 отбил уже, да? Блин, может купить еще 7? А, это зависимость. Ладно, давайте еще открою 7, но с вас точно лайк. И напишите комментарии. Вот так, полетели. Бля, хочу себе химеру. Акшен Икс, пошел нафиг, у меня есть. ФВ Бадгер, ну пошел нахер, у меня его нет, но пошел нахер. Чифтейн МК6. Балдеж, но у меня тоже есть, пошел нафиг. Т-54-2 у меня тоже есть, блять, это все. Да, химеру дай. О, химера тут. Еще есть, еще, шансы еще есть все-таки. СРК есть. Ит, блядь, просто. Ну ладно, если выпадет Т-95Е6, я его продам. Я его продавал уже. Ну, самое неинтересное, это, наверное, Т-54Е2. Ну, у меня он есть, но у меня нет камуфляжа. Угу. Блядь, плохая была идея. Ну, в принципе, я вернулся к тому, что у меня и было, так что... То есть у меня было 2000 голды, как после того, как я купил те контейнеры. Давай, Action X. Он у меня есть, танк классный, но он мне не нужен, потому что он у меня есть. 750 золота. Спасибо, вот это спасибо. В принципе, здесь Баджер, Т-95Е6, Т-22СР, это коллекционные танки. То есть, если что, можно нафармить немножечко золота. Давай. О, 1000 голды. Казино. Как будто реально в казино просто что-то кручу. Т-95Е6, он у меня уже был, я его продавал ради коллекции, ради мистических контейнеров. Ну, и он обиделся, его больше не выпадает, видите. Бадгер, если Бадгер выпадет, я его, скорее всего, тоже бы продал, потому что он мне не нужен. Да, ну нахуй. Блин, нахер я это сказал? Не, ну, мне он не особо интересен, он все-таки у меня постоит в ангаре, но я его продам, когда у меня будет, реально будет, выйдут мистический контейнер, я его продам, потому что, ну, он нафига мне, я на ПТ не играю. Но пока постоит. То есть мне выпал и камуфляж, и обвес, и я не понимаю, это на этот танк или не на этот танк. Бац. Охренеть, полный фарш. Не, ну ладно, давай поставим. Слушай, ну теперь продавать его жалко. Просто продавать даже жалко, то есть... Бля, ну я не ПТВ, я не хочу на нем играть. Аху, чешу. Ау, просто. Ладно. У меня еще есть СРК и Химера. СРК, давай, по-братски. По-братски. 750 золота, ну тоже неплохо. И Химера. Какому мне варгеймерскому богу помолиться, чтобы мне дали Химеру? Заверите Бадгера, дайте мне Химеру, пожалуйста. Да, блядь! Да, сука! Ух, блядь! Да! Блядь! Просто, блядь, балдёж! Блядь, мне аж, может, башка заболела. Подожди. Блядь, то есть мне выпал... Мне выпало, получается, два танка, да, сегодня? Химера и Баджер. Я еще вернул голды, то есть я потратил на все 8000 золота. И у меня есть баджер, который я могу продать за 7500. Я еще и вернусь к тому же состоянию, с которого был, но у меня будет химера. Ух!
Блядь, ну за такое надо лайк поставить, я просто рискнул и сорвал джекпот. Ну, я так не советую делать, потому что можно далеко зайти и слить вообще все, что есть. Фух, наверное, надо будет заканчивать. Всем спасибо за внимание. Огроменное спасибо. Пишите в комментарии, я вот вам говорил насчет стрима. Вы можете зайти либо на тот стрим, написать там в комментариях, можете зайти во вкладку сообщества, я там сделал пост, тоже там написать. Все, всем спасибо еще раз. Обнял, приподнял, перевернул и пока, в общем, давайте.